Воду из реки Жора пить нельзя. Это доказали юные биологи из Колпино. В 476-й школе прошла отчетная конференция экологического клуба «Феникс». Его создали в 1997 году. За это время ребята организовали 18 экспедиций. Школьники изучили Жору на всем ее протяжении, проводили микробиологические и гидрологические исследования, наблюдали за обитателями реки. В рамках последнего похода установили, что река загрязнена уже у истока. Причина в том, что в поселке Лукаши плохо работают очистные сооружения. Здесь полностью разрушен биофильтр, в результате чего сточные воды не обеззараживаются. Это не только наносит ущерб реке, но и создает угрозу эпидемии кишечных инфекций. Относительно чистая вода на детском пляже в Колпино. Самая высокая загрязненность в поселке Коммунар. Однако не все так плохо. В этом году ребята видели форель в верховьях Ижоры. Кроме того, удалось установить, что содержание вредных веществ в мышцах рыб в пределах нормы. Не были обнаружены тяжелые металлы. Основной токсикоз – это, конечно, внутренние паразиты. Результаты исследований старшеклассники передают виновникам загрязнения реки. Предприятия и заводы используют материалы юных биологов в своей работе. А в будущем ребята хотят сотрудничать и с экологической службой Колпино, чтобы приносить пользу не только родной школе, но и всему району.